И в продолжении темы. Башкортостан занял 5-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам прошлого года. Рейтинг представил руководитель агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Первое место 4-й год подряд занимает Москва. Второе место сохранил за собой Татарстан. На третьей строчке оказалась Московская область. 4-е место эксперты отдали Тульской области. На 5-й строчке вместе с Башкортостаном оказались Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области. Мы имеем огромные, богатейшие недра. У нас высокоинтеллектуальная промышленность, у нас очень серьезное профессиональное образование. Вот. И все эти предпосылки как раз-таки определяют наш высочайший инвестиционный климат. Ну, тут следует сказать, что в современной, сложной для страны ситуации основополагающие или, так скажем, регионообразующие отрасли, такие как нефтехимия, нефтепереработка, авиационное моторостроение, там ряд других отраслей, они являются в настоящее время опорными не только для республики, но и для всей страны. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что в Башкортостане региональный совет по улучшению инвест-климата получил высшую оценку – 5 баллов из 5 возможных. При этом в среднем по стране этот показатель оценивался бизнесом в 4 балла. В прошлом году в Башкортостане реализовали почти 950 инвест-проектов на 93 миллиарда рублей. Кроме того, республика заключила первый офсетный контракт с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Также в регионе был запущен и реализован третий антикризисный пакет мер поддержки экономики. В целом в три пакета вошли 150 мер на 40 миллиардов рублей.